Когда открываю, тут они все лежали, вот. Сзади было прокусано и кровь выпита. Так же у кроликов тоже у всех. То утро, говорит Владимир Чернов, он не забудет никогда. Мужчина вышел покормить животных и увидел жуткую картину. 40 тушек кроликов, 2 мертвых поросенка и 17 задушенных цыплят. Открытые клетки, следы когтей на заборе и какой-то шум возле ограды. Когда Владимир немного отошел от шока, у него появились вопросы. Почему не залаяла его собака? Почему таинственные хищники не разорвали кроликов и не съели цыплят? И вообще, что это за звери? Позвонил в милицию, а милиция так и сказала, это вас посетила чубакабра. Это уже не первый я туда обращался. Уже там вот в военном городке 80 кроликов у него тоже все кончили. Сегодня здесь готовы верить в существование чупакабры, мифического зверя, высасывающего кровь у домашних животных. Эта легенда родилась в Пуэрто-Рико больше полувека назад. Как именно выглядит таинственное существо, точно никто сказать не может. Но простор для фантазии появился у художников. То, что можно увидеть на популярных эскизах, напоминает больше героев кошмарных снов или фильмов ужасов. До недавнего времени считалось, что чупакабра – это зверь, который существует лишь в легендах. Однако события последних нескольких лет доказывают обратное. Таинственное животное встречается уже не только в Латинской Америке, но и на других континентах, в том числе в России и Украине. Считается, что это хищник, нападающий на других животных, в основном на коз, и выпивающий их кровь. Вероятно, именно склонность не просто съедать мясо, а высасывать кровь своей жертвы – способствовало созданию мистического имиджа, образа, навевающего ужас. Чупакабру стали называть вампиром, монстром и мутантом. Хотя в том, что делает это животное, нет ничего сверхъестественного. Просто оно хочет кушать. Не называем же мы вампиром комара, и ужаса перед ним тоже не испытываем. Были несколько сообщений в СМИ о случаях нападения чупакабры на людей. Но нельзя с уверенностью сказать, правда ли это, или выдумка журналистов. Кроме того, сами жертвы нападений могли с перепугу перепутать собаку или волка с чупакаброй. Впрочем, если новости не врут, а жертвы нападения ничего не перепутали, все равно нет повода впадать в панику и утверждать, что животное очень опасно. Те же волки куда опасней. Да что волки? Даже домашняя кошка может напасть на своего хозяина при определенных обстоятельствах. Любой хищник может нападать на людей, если видит в человеке угрозу для себя или своего потомства. Ну или если очень голоден. С чупакаброй, видимо, происходит то же самое. Видит опасность, защищается. Такое поведение, разумеется, не может служить поводом для попыток уничтожить бедное животное, поскольку этот зверь встречается нечасто. Не нужно стараться убить или поймать чупакабру. Скорее, ее необходимо защитить как редкое животное. Многочисленные рассказы очевидцев, фотографии, видеоматериалы и многие другие сведения – позволяет ответить на вопрос о том, существует ли чупакабра, утвердительно. Ученым, правда, имеющихся доказательств недостаточно. Но давайте обратим внимание на то, к чему сводятся доводы тех, кто считает, что существование этого животного – легенда. Главный аргумент заключается в том, что чупакабру до сих пор не поймали и не сумели провести над ней опыты, доказывающие принадлежность несчастного зверя к неизвестному современной науке виду. Подход, основанный на принципе «не увижу, не поверю», не раз подводил ученых. К примеру, они считали, что арагонская лесная черепаха вымерла еще в 19 веке. Однако в 2009 году в джунглях Мьянмы были найдены 5 экземпляров, очень даже не вымерших черепах, и подобных примеров множество. Впрочем, скептическое отношение к чупакабре имеет и объективные принципы. Прежде всего, речь идет о всевозможных домыслах, выдумках и откровенного бреда. Одни заявляют, что зверь-мутант, другие говорят, что это пришелец, или существо, созданное пришельцами. Другие рассказывают байки про то, что животное выведено в американских секретных лабораториях. Такое обилие явной ахинеи, конечно, не способствует тому, чтобы к вопросу о существовании животного относились серьезно. Тем не менее, можно предположить, что споры про существование чупакабры вряд ли будут длиться долго. То, с какой частотой появляются сообщения о случаях встречи с этим животным, свидетельствует о том, что скоро в его существовании не будут сомневаться даже самые закостенелые скептики. В последние несколько лет появилось множество сообщений, подкрепленных фото- и видеоматериалами, о том, что чупакабра уже в России. Новости ведущих телеканалов периодически рассказывают страшные истории про нападение некого зверя на домашний скот, а иногда и на людей.
Если верить телевизионным новостям, чупакабру видели в Башкирии, в Оренбургской области, в Челябинске, в Татарстане, в Московской, Псовской, Тамбовской областях и во многих других уголках России. Кроме того, неуловимый зверь отметился и в Украине, и Белоруссии. Мест, где появлялось и безобразничало загадочное животное, много, а доказательств того, что ужас на людей нагоняет именно чупакабра, мало. На фото и видео, как правило, можно увидеть лишь последствия нападений хищника, убитых овец, куриц и кроликов, да еще рассказы очевидцев. Сам же хищник позировать перед российскими телекамерами отчего-то отказывается. В результате приходится довольствоваться рассказами перепуганных людей. А как известно, у страха глаза велики. Ненароком за чупакабру можно принять и какую-нибудь облезлую собаку. По уверениям очевидцев, в России чупакабра творит сущие безобразия. К примеру, в Челябинской области она загрызла кроликов. В Оренбургской уничтожила десяток овец и индюков. В Башкирии душила козочек и овечек. В Тульской области слопала цыплят. Словом, хулиганство и ущерб народному хозяйству. Вот только доказательств тому, что все эти нападения совершила чупакабра, нет.